Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту незаконного наследования квартиры. Во вторник в эфир нашего телеканала вышел сюжет о скандале между риэлтором и соседями умершей бабушки. Причиной спора стала двухкомнатная квартира. За этой дверью жила 80-летняя женщина, которая по завещанию оставила квартиру риэлтору Вере Лещенко. Соседи считают, что со старушкой обращались плохо, и завещание она подписала под давлением. И якобы таким образом риэлтор унаследовала уже 5 квартир. Бывшая сиделка Ольга Сафонова намерена направить в прокуратуру и Следственный комитет заявление, в котором предполагает, что в смерти пенсионерки виновата будущая владелица квартиры. К слову, на квартиру соседка не претендует. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.